Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Сейчас я вам покажу, как на планшете Huawei MatePad 10.4 изменить язык системы. Разблокируем наш планшет, переходим в настройки. Далее нажимаем «Система и обновления», «Язык и ввод», «Язык и регион», нажимаем «Добавить». Выбираем язык, который хотим установить как системный. Пускай это будет венгерский. Я не знаю, где я видел венгерский, а вот венгерский. И нажимаем «Изменить». Либо же, если у нас уже есть какой-нибудь добавленный язык и у нас нет клавиши «Изменить», мы просто берем за две полоски и перетягиваем его на первое место. Давайте установим русский. Если мы хотим удалить какой-то ненужный язык, нажимаем «Удалить приоритетный язык», выбираем ненужные языки и нажимаем на корзинку. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!